Привет, друзья! Сегодня у нас очередная история из сети. Но прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. А также оставьте свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. Хочу рассказать о сообразительных бабушках, которые живут в моем подъезде. Их и всех жителей дома замучили ночные концерты под окнами. На лавочках около подъезда каждую ночь собираются подростки. Они распивают спиртные напитки, орут, громко слушают музыку, в общем, бесятся по полной программе. А жители дома не могут уснуть. Мы уже и ругались с подростками, и прогоняли их, и угрожали им полицией. Ничего не помогает. Они снова и снова приходят к нашему дому. Усаживаются на скамейки и веселятся до 5-6 часов утра. Так вот, что придумали находчивые пенсионерки. Одна из них попросила своего сына, который работает в цехе по изготовлению мебели, выстрогать сиденье для скамеек, а старые сиденья, которые намертво держатся на ножках-основаниях, убрать. Как только сын бабушки выполнил просьбу, проблема с концертами моментально исчезла. Одним прекрасным поздним вечером я лично наблюдал через окно своей кухни, живу на первом этаже, окна выходят прямо на подъезд, как бабушки утерли нос неугомонным подросткам. Итак, пришли подростки, как обычно, к нашему подъезду. Расселись по скамейкам и давай галдеть на всю Ивановскую. Из подъезда выходят две пенсионерки. Одна из них та самая, для которой сын изготовил съемное сиденье. Подходят они к подросткам и вежливо просят: «Ребятки, встаньте на секунду». Те ничего не понимают, привстают со скамеек, а бабушки в это время проворно снимают сиденье со скамеек и удаляются в подъезд. Надо было видеть выражение лиц подростков. Они с пивом в руках так и застыли. Минуты три постояли около голых скамеек, на которые присесть теперь невозможно, покрутили головами и ушли в соседний двор, где много удобных лавочек. И с тех пор они больше к нашему подъезду не подходят. Я лишь надеюсь, что соседи подхватили наш пример. Уж не хотелось бы, чтобы у них были подобные проблемы. А для себя я понял лишь одно – эволюция не стоит на месте. Наши бабушки и дедушки жили в совершенно ином мире, нежели мы. Таким образом, их мудрость отлична от нашей. Потому что мудрость приходит с опытом. Посмотрите, в чем наше сходство, а в чем различие. Советуйтесь с ними. Они наверняка помогут вам увидеть проблему с совершенно другой точки зрения. А еще благодаря опыту и всему тому времени, что они провели на Земле, они видят все с совершенно другой точки зрения. Они ставят себя по-другому. По-иному ходят, разговаривают и одеваются. Понаблюдайте за ними. Это поможет вам выйти за рамки привычного. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно», странички в Инстаграм и Фейсбук, ссылки в описании.